Папа, можно я сниму ролик в ТикТок? Конечно, можно. Не беспокой меня, я очень занят. О, я вижу, Фортнайт играешь. Да, это очень важно. Пойду снимать. И сегодня я вам расскажу, как нужно открывать сейф. Для начала возьмем динамит. Подходите к сейфу, кладете его рядышком, достаем пульт дистанционного управления и нажимаем кнопочку. Что за взрывы в моем доме? Вот так легко и просто открыть любой сейф. Рита, я тебя этого не ожидал. Папа, папа! Что? Хватит так долбить по клавиатуре, я сейчас буду снимать ролик. Ладно, постараюсь потише, у меня важные дела. Ага, я вижу, в Майнкрафт играешь. Это очень важно. Ну-ну. Сегодня мы пройдем курс молодого походника. Я вас научу разводить костер. Для начала возьмем канистру с бензином. У меня вот такая. Польем бензином и выстрелим из пистолета. Мы добыли огонь. Ой, кажется, он перебросился на вещи. Кажется, дымом запахло, что происходит? У нас пожар! Ариша, бежим! Бежим! Странно, откуда огонь в доме, непонятно. Да, я сама не знаю. Вот видите, ребята, как легко и просто разжечь костер. Папа, папа, можно я сниму видео в ТикТок? Не-не-не-не-не, ни за что. В прошлый раз, когда ты снимала видео в ТикТок, у нас сгорел дом, пришлось покупать новый. Папа, я обещаю, будет безопасная съемка. Уверена? Уверена. Ставь лайк, если ты не веришь Аришке. Ну ладно, иди снимай. Сегодня у нас распаковка. Я заказала на маркетплейсе эту коробку. Она с сюрпризом, я сама не знаю, что там. Давайте посмотрим. Она коричневого цвета. На ощупь она как будто бы сделана из дерева. А теперь давайте откроем. Поскольку у меня нет ключей, я открою топором. О, кажется, открывается. Кажется, здесь скелет. Помогите! Ну вот, кажется, опять у нее съемка пошла не по плану. Пойду посмотрю, что там. Кажется, это гроб со скелетом. Помогите! Папа, привет, я к тебе с тем же вопросом. Что, снова хочешь поджечь дом? Нет. Снова хочешь распаковать зомби? Нет. Что-то хочешь натворить? Пап, сегодня безопасная съемка будет, можно? Безопасно, говоришь? Ладно, посмотрим. Я обязательно тебе покажу то, что получится. Отлично, иди снимай. Дорогие мои зрители, сегодня я вас научу правильно подкрашивать лицо. После моего урока на вас все будут обращать внимание. Вы будете неотразимыми. Ставьте лайк, сейчас покажу. Итак, берете губную помаду, вот так вот по лицу возите. Вот здесь подправляете, ну и вот так делаете. Даже стало интересно посмотреть, что у нее там получилось. Так, посмотрю вместе с ее зрителями. И готово! Я сделала себя красоткой. Чувствую, твой ролик наберет миллион просмотров. Ладно, пойду дальше играть. Подпишитесь на канал. В следующий раз я вам покажу, как. Пап, привет, я сниму шортс. Ну, вроде в прошлый раз все было нормально. Ничего не собираешься сжечь? Нет. Взорвать ничего не собираешься? Нет. Ладно, снимай. Спасибо. Сегодня я вам покажу фокус-покус с водой. Купила в китайском магазине специальную таблетку. В инструкции написано, что она увеличивает объем воды в 1 000 000 раз. Но я этому не верю. Сейчас проверим. Так, добавляю таблеточку. Ой, из ведра потекла вода. Не хочу мочить дом, вынесу на улицу. Так, кажется, что-то происходит на улице. Слышу какой-то шум. Пойду проверю. Ох, ничего себе. Рина, что тут происходит? Я тут эксперимент провела. Нифига себе эксперимент, все в воде. Ну, неудачный эксперимент. Интересно, зайдет у нее этот ролик или нет? Ставь мне лайк. Уже скоро школа, и пришла пора выбирать новый рюкзак. И лучше всего, чтобы он был эксклюзивным и удобным. Мы предлагаем целую коллекцию школьных рюкзаков. Всех цветовых оттенков на любой вкус с брендом Папа и Дочки Геймс. Аришка себе такой купила. Мне очень нравится. Он отличного качества. Цвета очень яркие. Много отделов. Очень удобный. Закажи себе такой рюкзак. Он будет у тебя один такой в классе, а возможно и во всей школе. Также для школы можно выбрать классные пеналы с нашими логотипами. Вот такой красивый пенал. И блокноты, и школьные альбомы. Замечательный альбом
для рисования. И даже ежедневник. Чтобы заказать, переходи по ссылке в описании под видео. Или заходи на сайт papadochki.ru. Ой, я не успела на школьный автобус. Нужно его догнать. У меня не получается его догнать. Мне нужны новые силы. Поставь лайк и подпишись на канал, чтобы добавить мне сил. Ты добавил мне сил. Теперь я догоню автобус. Ура, у меня получилось догнать автобус. Спасибо тебе. Купил новый дом и теперь не могу найти дочку. Если думаешь, что мне все-таки получится найти, поставь лайк. Рита! Рита! Ты где? Рита! Так, тут нету. Рита! Она что, со мной в прятки играет? Рита! Здесь нету. Рита! Здесь нету. А, вот тут, наверное. Рита! Нет, здесь ее нет. Ее, наверное, кто-то похитил. Боже мой, Риты нету! Риты нету! Где она? Где она? Нету ее нигде. Она потерялась, что происходит, Рита? Так, 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 надо звонить срочно в полицию. Так, скорей, 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 скорей. Привет, что происходит? Да, дочка потерялась, хочу позвонить в полицию. Как, Ариша потерялась? Не, Ариша у бабушки, я точно знаю. Другая дочка потерялась. Другая дочка? У тебя что, есть еще одна дочка? Ну, конечно, Рита еще есть. А-а-а, и где же она потерялась? Так, вот, полиция. Алло. Пап, положи трубку. Что? Почему? Я нашлась. Рита, ты где была? Я ходила в магазин. Сегодня очень простой рисунок из цифры 7. Я сделаю магию оживления, а ты поставь лайк. Рисуем цифру 7. Вот такую. Потом соединяем вот тут. Вот так. И закрашиваем. Теперь палочка. Еще одна палочка. У меня немножко кривые палочки. Потом делаем вот так. Добавляем сверху вот так. Можно другим цветом. Вот таким, например. Здесь добавим розового цвета. Снова возьмем оранжевый. И нарисуем такие палочки. И вот так. Оп. Здесь немножко вот такой цвет. Догадываешься, что это? Оживляем карандаш. Я стал карандашом. Можно нарисовать карандаш из цифры 7. Попробуй ты так сделать. О нет, мой друг попал в клетку. Что делать? Что делать? Помоги мне спасти друга. Поставь лайк под этим видео. Поставил? Спасаю. Ура! Ты помог мне спасти друга. Но что мне теперь делать с этим замком? Подпишись и узнаешь. Вот этот страшный кот мешает мне спасти моего друга. Помоги мне. Поставь лайк. О, кот, сейчас тебя перехитрю. И тебя. Вот мой друг, спасу его. Это друг Бо. Ты помог мне его спасти. А за мной бежит кот. Помогите. Ничего себе. Наконец-то мы стали богатыми. Столько денег я в жизни не видела. Наверное, богатый миллиардер погиб, а он был нашим родственником, и все наследство досталось нам. Теперь я смогу себе купить все, что угодно. Например, яхту, крутую машину, две машины, да ладно машины, самолет. Алло, папа, привет! Классно, у нас столько денег! Рита, привет! Слушай, сейчас тут машина грузовая приедет с грузчиками. Там я на кухне муляжи денег оставил на съемки. Сейчас заберут. Отдай им, хорошо? Что? Муляжи денег? Они все не настоящие? Не-не, Рит, это для съемок мне привезли, дома оставили. Эх, ясно. Хорошо. Встречу грузчиков. О боже, что это сейчас было? Что это сейчас произошло? Невероятно! Почему он так поступил? Я ем себе мороженое, а тут такое. Какой кошмар.
Сенсация, сенсация, невероятная новость! Так, мы сейчас возьмем интервью у этих людей. Сегодня в Брукхевене человек шел туда, а потом повернул обратно. Что вы можете по этому поводу сказать? Вы знаете, мне уже почти 200 лет, и я такого в жизни не видела. Это невероятно. Наверное, сегодня сойду с ума. Что вы можете сказать по этому поводу? Мне теперь это будет сниться 3 дня. А, это невероятно. Пойду еще спрошу. Я снимаю все это на телефон. Уже 1 000 000 просмотров в Ютубе. Ну, пойдем возьмем интервью у самого виновника происшествия. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего вашего поведения? Я не понял, а что произошло? Вы сегодня шли туда, а потом развернулись обратно. А что тут такого? Я шел в магазин и вспомнил, что забыл дома деньги и пошел обратно. Чё-то как скучно мне сегодня. Чё-то никого нету. Позвоню своему другу. Привет, что делаешь? Сплю я. Что ты мне звонишь? Хочу отдохнуть. А тебе что, не скучно? Мне не скучно. Сегодня было очень много детей. Эх, а мне скучно. Ты представляешь, все берут витаминки и все убегают. Никого не поймал сегодня. А мне повезло. Пришло 12 детей. И на всех шкафов не хватило. Я переловил кучу народу. Повезло тебе. А других, наверное, поймал амбуш. Потому что до меня, вот сюда, никто так и не пришел. Ладно, не отвлекай, буду спать. Ну, давай, спи, пока. Ё-моё, что же делать? Может, кто в шкафу сидит? Не, никого нету. Ладно, позвоню еще кому-нибудь. Бегу, я их догоню. Эх. Не догнал. Ладно, позвоним своему другу. Алло, здорово. Слушай, видел, тут двое пробежали, я пытался их догнать, но мне не получилось, они удрали на витаминках. Расскажи их приметы. Знаешь, у одного такое веселое лицо, а у другого такая шляпа лягушачья и мордочка кошки. Нет, друг, не видел. Понимаешь, все, кто ко мне приходит, они ко мне поворачиваются попами. Поэтому, как они выглядят спереди, я не видел. Эх, жаль. Ладно, позвоню еще другому другу. Пока. Алло, здорово. Слушай, короче, видел двоих таких, они пробежали. Один похож на кота в лягушачьей маске, а другой в шляпе с веселым лицом. Как я устал тебе говорить, что у меня глаз нету. Я могу только слышать. Ай, я балбес, забыл. Эх. Что они у тебя украли? Да тапочки мои любимые сошили, вот, я их не догнал, никто их не видел. Пойду грустить. Наконец-то я нашел твой телефон, Red Cat. Где мои тапочки, которые ты украл? Я не крал твои тапочки. Я вас видел. Вы с каким-то в шляпе стащили и убежали. В шляпе? Так это же папа дочки, его спроси. Алло. Зачем ты украл мои тапочки? Я ничего не крал. Вас видели? Я вас видел. Мы ничего не крали, мы просто мимо пробежали, проходили игру, двери. Все, я увольняюсь. Папа Дочки, а напомни, зачем мы стащили тапочки? Да, Ред, помнишь, мы же бежали просто, смотрим, тапочки лежат. Ну, вот и взяли. А, точно. Ну, давай будем их по очереди носить. Давай. Так, пойду-ка проверю, не играют ли дочки ночью в телефоне. Потихоньку заходим и... Нет, вроде не играют, ладно. Кажется, папа нас не заметил. Ага. Слышу какой-то шепот, ну-ка еще раз проверю. Так, дохожоп. Нет, вроде не играют, ладно. Хе-хе-хе, надурили папу, это точно. Точно слышу какой-то шепот, ладно. Так, захожу, оп. Вроде спят. Ладно, я сейчас придумаю одну хитрость. Типа я ухожу. Опять обманули папу. Да, мы крутые. Кого это вы обманули и какие-то вы тут крутые, а? Попались! Все, неделю без компьютера и телефона. Сдали мне их. Ну вот, попались. Неделю без телефона и компьютера, все. Хорошо, что папа планшеты не отобрал. Да, подключайся к планетару. Так, мне что-то послышалось или нет? Так, надеюсь, меня никто не увидит. 3 часа ночи, и я иду поесть. Что у нас тут есть вкусненького? Кажется, какой-то шорох. Кто-то забрался к нам в дом. Достану из кармана свою любимую лопату. Ха-ха-ха!
Катя завалила вора. Пойду включу свет. Попался вор! Ой, папа, это ты? А я думал, кто у нас там шарится ночью возле холодильника? Папа, извини, я тебя лопатой чуть-чуть прибила. Дочка, ты знаешь, да я как бы заметил, раз 20 по голове прилетела. Алло, скорая? Тут папе плохо стало. Для того, чтобы гулять с подружками до ночи, мне надо выполнить папины задания. Пап, что сделать? Мой посуду. Хорошо. Что еще? Пропылесось весь дом. Хорошо. Следующее задание. Мой мою машину. Хорошо. Блестит, что дальше? Пойди наруби дров. Пап, у нас же нет дров и печки для дров. А, точно. Тогда пойди помой потолки. Хорошо. Пап, уже вечер, можно я пойду гулять? Как долго ты мыла потолки? Еще не все. Иди постирай все вещи. Пойду стирать. Пап, все постирала. А теперь помой все окна снаружи дома. Я устала, я не могу. Поваляюсь, посплю. Ну ладно, спи, выспишься, и завтра дам тебе новые задания. А я уже не хочу никуда идти. Тем более подружки с гуляний уже дома. О! О! Уить. Оп, оп, оп. Вжик. Па! Ага. Оп, оп, оп. Ого. Где же деньги? Где же деньги? Куда же подевались деньги? Где же они лежат? Где лежат деньги? Где же деньги? Мне нужны деньги. Куда они все делись? Пап, ты чего бегаешь? Рита, я потерял деньги. Я не знаю, у меня там наверху лежала огромная коробка денег. И все, их нету. Куда-то делись. Ты случайно их не видела? Видела. Фух, где они? Ты понимаешь, папа, я потратила их на новый телефон. Вот он. iPhone 30. Что? Что? Не переживай, я накоплю деньги и верну. Но, Рита, но, понимаешь? Пап, ну что ты так беспокоишься? Верну я тебе все деньги. Но, Рита, это были не настоящие деньги. Что? Да, это были не настоящие деньги. Это деньги для съемок видео были. Муляжи. О-о. Ну вот, доигрались. Сейчас я из цифры 4 нарисую рыбку и оживлю ее. Ставь лайк. Вот цифра 4. Здесь сделаем полосочки. Теперь овальчики. Плавничок. Губки. Нижний плавничок. Аккуратно закрасим. И здесь тоже. И тут. И здесь. Теперь нарисуем мордочку, глазик и чешую. Получилась рыбка, а теперь мы ее оживим. Па-дам! Я рыбка из цифры 4. Поставь лайк и попробуй нарисовать такую же. В Роблоксе в игре можно ее оживить. Папа, а привидения бывают? Нет, дочка, не бывают. Папа, ну может привидения бывают? Нет, дочка, это фантастика. Папа, а вот это привидение? Нет, дочка, это паучок. Папа, а вот это привидение? Ой, а это привидение. Ну ты же говорил, что их не бывает. Я ошибся. Бежим! Привет, сегодня у нас снова волшебное рисование. Используем цифру 4. Многие знают, как нарисовать из цифры 4 акулу, но у меня это будет с волшебством. Здесь нужно дорисовать, провести вот такую линию. Здесь сделать хвост, плавничок, соединить брюшко и соединить вот так. Это будет плавник. Теперь нужно раскрасить. Подправим некоторые линии. Теперь здесь несколько черточек. Это жабры. Здесь нарисуем глаза. Закрасим. Добавим зрачки. Ну и, конечно, надо нарисовать зубы. Акула зубки чистит, поэтому раскрасим белый цвет. И чуть не забыл, еще один плавник. Закрасим. Акула готова. Теперь ее нужно оживить.
О, какая я получилась классная акула! Ух! Попробуй ты нарисовать и оживить акулу из цифры 4. Я самая хитрая! Папа, папа, давай я сделаю уборку в своей комнате! Зачем? Ты вчера там делала уборку. Не надо. Так, чтобы съесть. Папа, папа, давай я завтра помогу тебе приготовить обед! Не надо, я сам приготовлю. Не надо. Не надо ничего покупать. Все есть. Папа, папа! Так, дочка, завтра ты в любом случае идешь в школу. У тебя контрольная. Иди готовься. Эх, а я так надеялась, что завтра не пойду в школу. Я просто хочу спать. Иногда мечты сбываются. Ирина, иди кушать. О, наверное, папа торт принес. Вкусненький. Вот, Ариш, смотри, я тебе приготовил очень вкусную овсяную кашу. Кушай. А, ну ладно. О, какая вкуснятина. Ариша, иди кушать. О, потом проверю этот лайфхак. Наверное, папа какой-нибудь фастфуд принес. Вот, смотри, замечательный суп с брокколи тебе приготовил. Ой, да? Ну ладно, поем. Арина, иди ужинать. Не, пап, я наелась. Что? Наелась? Эх, ну ладно, придется самому съедать. Вкуснятина какая. Жаль, конечно, что дочка не пришла, придется ее бургер тоже мне съесть. Такое рисовали другие блогеры. Такое рисовал и я. Однако еще никто в мире не оживлял такой рисунок. Начнем. Возьмем черный цвет. Нарисуем. 6, 6, 2, 1. Ты уже догадываешься, что получится? Смотри. Соединим здесь. Дорисуем носик. Здесь сделаем глазки. А здесь ротик. Соединим и язычок нарисуем. Розовый. Ошейник. Нарисуем лапку. Еще одну лапку. Животик. И, конечно, хвост. Получилась вот такая собачка. И сейчас мы ее оживим. Бумс! Вот она, живая собачка. Только надо было мне ее еще разукрасить. Было бы еще прикольней. Попробуй и ты так нарисовать. Та-та-та-та-та-та. Э, Рита, это какая баночка Кока-Колы уже? Вторая. Не пей много Кока-Колы, а то заболеешь. Хорошо, не буду. Вот ты молодец. Так, стоп. Если я буду пить много Кока-Колы, я заболею. А если я заболею, я не пойду в школу. А завтра контрольная. Буду пить много Кока-Колы. Одна баночка Кока-Колы. Еще одна. И еще одна. Уже выпила целую пачку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же у меня болит живот. Помогите, спасите. Рита, я тебе говорил, нельзя пить много Кока-Колы. Заболеешь. Эх, надо было мне тебя слушаться. Ух, до больницы дошли. Сейчас тебя сдам, там тебя вылечат. У меня сейчас лопнет живот. Эх, лучше бы я пошла на контрольную. Теперь придется в больнице валяться. Люблю рисовать и оживлять. Сегодня 1, 9. Я уже рисовал, но тогда я не оживлял, а сегодня оживлю. Нарисуем вот такие штучки и вот такие. Внутри вот так вот. Вот здесь кругляшок.
Теперь завернем сюда и поставим точечки. Ты уже знаешь, кто это? Если знаешь, поставь лайк. Продолжаем. Вот так вот, хоп, улыбочка. Теперь здесь надо сделать вот так и вот так. Здесь такие штучки, чикс, 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 это когти. И вот здесь вот такие чик-чик. Единицу дорисуем вверх. И вот здесь вот тыкс, 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 тыкс. Добавим веточку с зелеными листиками. Коричневым закрасим дерево. Оживляем. Опа, угадай, кто это? Это пандочка на дереве. Ожила, и теперь пандочка схватила дерево и бегает по пляжу. Посмотри это видео еще раз. Это я, из каюты корабля, корабля, корабля. Среди звезд, где луна, где луна, где луна. Пролетает астронавт, астронавт, астронавт. Есть предатель среди нас, среди нас, среди нас. Посмотри, в прошлый раз я рисовал вот такую мышку. Сегодня из цифры 2 я нарисую. Ставь лайк и увидишь. Рисуем двойку. Теперь сделаем вот так и вот так. Здесь нужно сделать вот такую линию, а здесь вот такую линию. Изменим цвет на синенький и нарисуем вот так. Вернемся к черному и сделаем крыло. Теперь здесь плюлик и глазик. А теперь сделаем хитрость, закрасим все. Ты, наверное, думаешь, папа дочки, что ты натворил, зачем ты это сделал? Ну, я закрашу еще и клювик. Вот так вот. И теперь, наверное, ты совсем расстроился и думаешь, что же тут происходит. Но мы берем первый слой и перемещаем его наверх. А теперь магия, оживляем. Видишь, благодаря слоям получается вот такая красота. Попробуй ты нарисовать лебедя из двойки. А я пойду плавать. Ух, ой, что-то как глубоко я утонул. Сегодня мы сделаем магию 2 раза. Это цифра 3. В нее мы нарисуем бабочку. Смотри, как это делать и повторяй. Не забудь поставить лайк. Вот такая получилась бабочка, а теперь магия. Оживляем. Опа! Вот наша бабочка летает очень красивая. И цифры 3. Превращаюсь снова в себя и рисуем цифру 4. И цифры 4 с помощью магии мы нарисуем домик. Разукрасим его. И слой опустим вниз. Магия! Оживляем! Ты-дынь! Домик из циферки 4. Пойду где-нибудь здесь встану, замаскируюсь под домик. А ты ставь лайк и посмотри еще наш видос. Обожаю рисовать и оживлять. Сегодня я нарисую мышку из цифры 3. Бери листочек и повторяй. Серым цветом рисуем цифру 3. Этой цифре мы нарисуем пузико. Цифру продлим вперед. Теперь это все можно разукрасить немного другим цветом. Дорисуем носик и усики. Белым цветом глазки, черным цветом зрачок, бровки. Она у нас добрая мышка. И хвостик. И теперь оживляем. Вот такая у нас получилась мышка. Мышка-наружка. Теперь она может бегать по этим домам и воровать сыр. Чтобы запомнить, как нарисовать, посмотри это видео еще раз. Пока-пока, а я пойду искать сыр. Вкуснятина какая! Папа, папа, что случилось? Что случилось? Нет, что случилось? Ням-ням, что случилось? Ну ты меня позвал, срочно-присрочно! Я? Нет, я тебя не звал, я тут кушаю. Получается, Арина меня обманула! Вау, как же кайфово кататься! Мы
младшая сестра против старшей сестры. Как же у меня болит зуб! Не переживай, сейчас тебя вылечат! У меня болит зуб! Помогите моей сестре! Хорошо, сейчас поможем. Проходите ко мне в кабинет. Садитесь. А? Отойдем, пожалуйста. Хорошо. Это вам. Ого! И кого я должен закопать за эти деньги? Вам нужно... Все понял, все сделаю. Итак, приступаем к лечению. Так, вот сюда, вот так вот наркозик, чтобы вам было не больно. Все, вы здоровы. Спасибо! Всегда пожалуйста. Так, надо уходить, я увольняюсь. Ну-ка, посмотрю в мои зубы. Что? Что вы натворили? А помнишь, как ты меня сделал лысой? Теперь ты беззубая. Я тебе отомщу. Старшая сестра против младшей сестры. Арина, да не переживай, все будет нормально. Ну ладно, я надеюсь, будет нормально. Здрасте, что хотим? Нам нужно сделать классную прическу моей сестре. А, ну это мы могем. Присаживайтесь, пожалуйста, вот сюда. Как круто, у меня будет новая прическа. А? Иди сюда. А, что такое? На, держи. Опа-на, и кого я должен закопать за такие деньги? Закапывать не надо, нужно. Все понял, все сделаю. Вот так, отличненько. Замечательно. Ну, почти все. Ну все, готово. Ух ты, круто! Зеркала нет, посмотрюсь в телефон. Что вы натворили? Я сделал то, что попросила ваша сестра. А мне пора, я увольняюсь! Рита, я тебе отомщу! Сейчас тебе нужно угадать персонажей цифрового цирка. Если угадаешь хоть одного, ставь лайк. Если угадаешь всех, подпишись. Угадай этого персонажа. Если ты сказал «помни», ты угадал. Угадай этого персонажа. Это Зубу. Угадай этого персонажа. Это Кауфман. Угадай этого персонажа. Это Гэнгл. Угадай этого персонажа. Это Кейн. Угадай этого персонажа. Это Королёв. Если ты угадал хоть одного, поставь лайк. Если ты угадал всех, то еще и подпишись на канал. Нам интересно, как вы проявляете эмоции. Покажите, как вы отдыхаете после работы. О, это просто, вот так. Упал и ничего не делаю. Когда вы устанете, как вы возвращаетесь домой после работы? О, вот так. Вот так, ползу домой, ползу, ползу, я устал. А если вы съели что-то не то? А, тогда со мной происходит вот это. Здорово! Покажите, а если вас сбила машина? Хорошо. Да вы настоящий актер. Покажите, пожалуйста, зайчика. Я зайчик, я зайчик. Как вы проводите вечер? Я занимаюсь спортом. Раз, два, раз, два, раз, два. А потом так, раз, два, раз, два, раз. Два. Если бы вы увидели паука, что с вами будет? О нет, паук! Я увидел паука! О нет, я увидел паука! Боже мой, что делать? Боже мой, я ненавижу, я боюсь пауков! Однажды в Брукхэвен. Рита, тебе придется вспомнить, чему я тебя учил. Если ты сможешь поджечь вот это барбекю, не используя спички, зажигалку, то я тебе дам 1 миллион долларов. Ух ты, 1 миллион долларов? Здорово, я знаю, что делать. А если ты тоже знаешь, что сделать, ставь лайк. Так, ну, давай. Рита, что ты наделала? Ну, я разожгла барбекю без спичек и зажигалки. А дом-то зачем было поджигать? Это мой способ. Ой, пап, да здесь очень просто. Я побежала наверх. Накидаю дров в камин и просто его зажгу. Немножко дров кину мимо. Хорошо горит. Очень хорошо горит. Надо бежать на улицу! Ё-моё, точно! Барбекю разожгла. Ладно, держи свой 1 миллион долларов. Теперь мне придется искать еще 1 миллион долларов, чтобы купить новый дом. Пора спать. Приятных снов. Дурацкий комар! Где ты? Да спрячься!
спрятался, негодяй. А, кажется, вот, на тебе. Прибила комара. Да ты меня уже достал. Когда я злюсь, всем конец. Где ты, комар? Выходи на бой. Вот же. Ах так! Я думаю, в горящем доме не выживет ни один комар. Только вот непонятно, где мне теперь ночевать. Я попал в нарисованный мир. Здесь нарисованные деревья, нарисованные камни, нарисованные цветы, нарисованный заборчик, нарисованный грибок. Еще тут можно собирать краску. Круто! А еще здесь можно рисовать и оживлять. Оживлять разными способами. Рисую. Нарисую просто стикмена. Голова. Глазки. Ротик. Простое тело. И теперь оживляем. Сначала можно сделать NPC. И смотрите, я создал своего живого человечка. Он бегает. И он меня может даже покатать, ребята. Теперь можно оживить как дерево. И вот, ребятки, у меня шевелящееся дерево. Теперь могу оживить как питомца. Вот, ребятки, у меня теперь есть свой питомчик. Я могу сам в него превратиться, ребята, смотрите. И, смотрите, сделал босса, у которого даже есть полоска жизни. А если ты умеешь рисовать простого человечка, типа стикмена, поставь лайк. Какой бы рисунок нарисовал ты? Папа, папа, ты меня куда несешь? На кладбище. Папа, папа, а зачем тебе лопата? Чтобы копать. Ты меня несешь на кладбище, и у тебя лопата? Да. Может, не надо? Надо. Папа, папа, я обещаю, я выполню все домашние задания. Это хорошо. Я буду делать уборку у себя в комнате. Это тоже хорошо. Папа, ну не бросай меня в могилу. Аришка, я бросать тебя не буду, ты сама туда полезешь. Ни за что. Так надо. Ладно, согласна, я буду мыть посуду весь год, только не бросай меня. Я просто нес тебя, чтоб ты не устала. А теперь... Все, нашел. Вот она. И тут еще одна. Запрыгивай. Просто я, понимаешь, закопал деньги здесь, чтобы никто не нашел. Вряд ли кто-то будет их искать в разрытой могиле. Вот, ну там целых два мешка. Я тебя нес, чтобы ты помогла мне донести. А, понятно. Все, Аришка, пойдем тратить в магазин. Пойдем. Закинула в этот аппарат уже целую 1000 рублей. Но так еще ничего и не выиграла. Сегодня я снимаю ТикТок, чтобы показать, как правильно выигрывать в этих аппаратах. На самом деле все очень просто. Вам нужен этот аппарат, топор, делаете зверское лицо и упасите топором по аппарату. Вот так легко добыть деньги в игровом автомате. Пойду тратить. Так, все, видео сделал. Пойду поиграю в аппарат. Не понял, кто это сломал игровой автомат? Мне же его завтра возвращать в магазин. О нет, что делать? Пойду закладывать дом, чтобы вернуть деньги. Эх. Кажется, этот дом нам подходит. Да, сейчас грабанем его. Скрывай дверь, ты же умеешь. Сейчас. О, богатенький дом. Ништяк, сейчас мы его грабанем, у нас будет много денег. Опа, а что это такое? Выключи свет. Смотри, там что-то светится, пойдем посмотрим. Пойдем. Так, кажется, кто-то меня застукал. Опа-на, вы что, будете со мной кушать ночью? Ой, извините, мы не знали, что здесь кто-то есть. Кажется, это были грабители. И почему они захотели со мной в 3 часа ночи покушать? Ладно, поем. Ням-ням. Арина, еще раз тебе говорю, когда закончишь, выключи. Хорошо. Не забудь выключить воду. В прошлый раз ты забыла. Пап, да я не забуду. Я не знаю, запиши себе будильник поставь, когда помоешь посуду, выключить воду, поняла? Да, папа, иди уже по делам, я все поняла. Ну смотри мне. Так, я в парикмахерскую. Отлично, покрашу волосы в зеленый цвет. Вот это я невероятный красавчик стал. Так, все, пора домой. Что? Боже мой! Я же ей сказал выключить воду, опять затопила весь Брукхевен.
Ну сейчас я и устрою, опять неделю будет без компьютера и телефона. Младшая сестра против старшей сестры. Ну что, ты готова? Готова, а ты? Тогда начнем. Загадывай число. От 1 до 10. 8. Мое число 10. А теперь кинем кубик, и у кого число будет ближе, тот и победил. Крутим кубик. Я победила. Ладно, загадывай свое желание. Ага, что бы мне придумать? Может быть сказать, чтобы ты вырвала все свои зубы? Ты чё? Или чтобы ты прыгнула с самолета без парашюта? Ты чё? Или чтобы ты прыгнула под каток? Я тебе прыгну под каток. Ой, проиграла желание, теперь выполняй. Короче, иди в парикмахерскую сюда и подстригись на усы. Я тебе припомню. Волосы у меня отрастут новые, а в следующий раз, если проиграешь ты, я такое придумаю. Решила Рита не лениться, за собой кровать стелить, зубы чистить, руки мыть. Буду хорошо учиться, хорошо под душем мыться и по дому помогать. Но с чего же мне начать? Пожалуй, лягу я поспать. Девочка Рита троллит сестру. Тебя папа зовет, беги поскорей. Он что-то нашел у тебя на полу. Наверное, мусор. Убери побыстрей. Ариша бежит в свою комнату срочно. Мусор собрать и учебники тоже. Все, убрала. Но это не точно. Ох, ничего мне уже не поможет. Грустно Ариша к папе идет. Рита сказала, что ты меня звал. Нет, сказал папа, жуя бутерброд. Вообще-то я Риту за хлебом послал. Но раз уж ты здесь, вот тебе деньги. Сходи и купи себе самый вкусный батон. А Рита стоит за стеной на ступеньке, Аришу снимает на телефон. Девочка Рита троллит сестру, прям перед ней ковыряясь в носу. Незаметно ей в чай соль подсыпает. Фу, какая гадость! И электричество она выключает. Эй, кто выключил свет? Я играла в компьютер и не сохранилась. Девочка Рита любит сестру, но подсунула в кровать ей злую змею. У меня в кровати змея! Но к вечеру Арина очень устала. Со злостью топор очень острый достала. Я тебе покажу, как меня троллить! И за сестрой она побежала. Старшая сестра против младшей сестры. Переживай, все будет нормально. Ну ладно, я надеюсь, будет нормально. Здрасте, что хотим? Нам нужно сделать классную прическу моей сестре. А, ну это мы могем. Присаживайтесь, пожалуйста, вот сюда. Как круто, у меня будет новая прическа. А? Иди сюда. А, что такое? На, держи. Оба-на, и кого я должен закопать за такие деньги? Закапывать не надо, нужно. Все понял, все сделаю. Вот так, отличненько. Замечательно. Ну, почти все. Ну все, готово. Ух ты, круто! Зеркала нет, посмотрюсь в телефон. Что вы натворили? Я сделал то, что попросила ваша сестра. А мне пора, я увольняюсь! Рита, я тебе отомщу! Закинула в этот аппарат уже целую 1000 рублей. Но так еще ничего и не выиграла. Сегодня я снимаю ТикТок, чтобы показать, как правильно выигрывать в этих аппаратах. На самом деле все очень просто. Вам нужен этот аппарат, топор, делайте зверское лицо и упасите топором по аппарату. Вот так легко добыть деньги в игровом автомате. Пойду тратить. Так, все, видео сделал. Пойду, поиграю в аппарат. Не понял, кто это сломал игровой автомат? Мне же его завтра возвращать в магазин. О нет,
Что делать? Пойду закладывать дом, чтобы вернуть деньги. Эх. Помогите, за мной кто-то гонится, помогите, кто-то гонится за мной. Кто-то находится сзади меня, и он меня постоянно преследует. Спаси меня, поставь лайк. Помогите, он меня преследует. Кто же это, кто же преследует меня, попробуй угадать. Он все время сзади меня, вот, ты его не видишь, а он все время сзади меня. Патрик, я не могу его увидеть, я поворачиваюсь к нему, а он все время сзади. Я поворачиваюсь, он все время... Патрик, стой, я тебя нашел, я тебя поймал. Хватит меня преследовать. С ума сойди, ты замучил меня, отстань от меня, я не дам тебе секретный рецепт. Патрик, отстань от меня. Ты достал за мной бегать, Патрик. Как же ты мне надоел, почему ты все время за мной бегаешь, объясни мне. Ладно, Патрик, обращусь к тебе попой. Патрик, почему ты за мной бегаешь? Потому что я твой питомец. Бумс? В смысле питомец? Ты находишься в симуляторе, я твой питомец. Да? У меня есть собственный питомец? Что ж ты сразу не сказал? Значит так, Патрик, за мной, пойдем гулять. Роблокс. Папа и дочки представляют. Рита, зачем тебе бомба? Папа, я хочу ограбить банк. Я хочу напугать хейтеров. Если ты думаешь, что Рита хочет ограбить банк, поставь лайк или сердечко. Если ты думаешь, что Рита хочет напугать хейтеров, напиши комментарий. Если ты угадал или угадала, что Рита хотела ограбить банк, подпишись на канал, посмотрим, сколько нас. Ой, кажется, полиция едет, надо убегать. Пап, привет, я сниму шортс. Ну, вроде в прошлый раз все было нормально. Ничего не собираешься сжечь? Нет. Взорвать ничего не собираешься? Нет. Ладно, снимай. Спасибо. Сегодня я вам покажу фокус-покус с водой. Купила в китайском магазине специальную таблетку. В инструкции написано, что она увеличивает объем воды в 1 000 000 раз. Но я этому не верю. Сейчас проверим. Так, добавляю таблеточку. Ой, из ведра потекла вода. Не хочу мочить дом, вынесу на улицу. А, кажется, что-то происходит на улице. Слышу какой-то шум. Пойду проверю. Ох, ничего себе. Рина, что тут происходит? Я тут эксперимент провела. Нифига себе эксперимент, все в воде. Ну, неудачный эксперимент. Интересно, зайдет у нее этот ролик или нет? Ставь мне лайк! Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки десант», «Папа и дочки дикий запад» и «Папа и дочки побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так – papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Thank you.
эти данные внес. Переходим к следующей главе. Питерхода. Рита! Рита! Привет, пап, что? Ритуль, я очень сильно занят. Сбегай водички мне принеси, пожалуйста. Хорошо. Но только без телефона. Да ладно, конечно. И почему папа говорит без телефона? Пойду за водой. Так, новый видосик в ТикТоке, сейчас посмотрю. Ух ты, какой прикольный. И еще один видосик. А че я тут стою? Еще и холодильник открыла. Сяду на диване, там удобнее смотреть. О, мой любимый блогер загрузил новый ролик, прикольно. Прошло 3 часа. Рита! Рита! Что, пап? Что, пап, что, пап? У меня горло пересохло, я воды просил тебя 3 часа назад принести. Где она? Ой, я забыла, сейчас принесу. И в телефон не играй, а то опять забудешь. О, еще новый ролик загрузили. Опасный доктор. Так, возьмем фонарик и посмотрим, что тут у тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, какой запущенный случай. Доктор, а можно я просто пойду домой? Подожди, сейчас, сейчас послушаем тебя, послушаем. Пульс очень учащенный. Ты что, волнуешься? Да никто тебя тут не собирается мучить, конечно будешь. А просто если мы этого не сделаем, а шприц, кстати, мне не нужен, у тебя придется через время отрезать руку. Доктор Кукин, ну пожалуйста, отпустите меня домой, мне очень страшно. Сейчас дотронемся до твоей руки. Нет, пожалуйста, бедная моя рука. И опа, все. Как все? Я даже ничего не почувствовала. Ну конечно, заноза-то была маленькая. Все, вставай, иди. Доктор, спасибо. А для хорошего настроения посмотри ролик еще раз. Безумные догонялки. Стой! А ну стой! Немедленно остановись! Стой, я кому говорю, остановись! Ай-яй-яй, не догонишь, не догонишь, не догонишь, не поймаешь! Я говорю стоять! А ну стоять! Не поймаешь, не догонишь! А ну остановись, а то хуже будет! Немедленно остановись, а то тебе будет очень плохо! Нет-нет-нет-нет-нет, не поймаешь! Ха-ха-ха, не поймаешь. Стой, я говорю, стой, я не успеваю тебя догнать, мне надо срочно в лес за дровами. Автобус, ну стой же, стой, стой. Прибавлю скорости и... Есть, успел, фух, фух, успел. Салочки, ты будешь, а я убегаю, не догонишь, не догонишь. Поставь лайк и посмотри еще разок. Старшая сестра против младшей сестры. Старшая сестра. Это я хочу. И это хочу. А еще я очень хочу шоколад. И выпила бы баночку кока-колы. Но у меня совсем нет денег. Попрошу у сестры. Рита, Рита, дай, пожалуйста, денег. Ну ладно, держи. Ура, спасибо. Младшая сестра. Хочу вот эту футболочку, но мне немного не хватает денег. Попрошу у сестры. Ариш, Ариш, нам сегодня дали карманные деньги, но мне немного не хватает. Можешь, пожалуйста, поделиться? Еще чего? Самой нужны. Купишь себе в следующем месяце. Вот так всегда. А может, все было наоборот? Рит, Рит, мне не хватает денег, дай, пожалуйста. Обойдешься, мне самой нужны. Ари, мне не хватает денег, дай, пожалуйста. Да без проблем, держи все мои деньги. Мне их подарили на день рождения, мне за тебя ничего не жалко. А может, все было наоборот? Ой, что-то неохота идти. Да-да, неохота. Сидим дальше. Да кто там ломится? Отвлекают от телефона. Вообще неохота вставать. Да кто же там ломится? Кто же там ломится? Надоели, когда же вы уже уйдете? Мешаю в телефоне сидеть и в планшет играть.
Ой, девочки, придется все-таки сходить. Пойдемте. Да это же Новый год пришел! Поздравляем всех с Новым годом! Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки Десант», «Папа и дочки Дикий Запад» и «Папа и дочки Побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. О, кто-то позвонил, пойду посмотрю. Какой-то дядька стоит, ладно. Здрасте. Здравствуйте. У меня к вам такое предложение, посмотрите, какая у меня классная машина. Машина? Ну да, классная. И что? Я вам предлагаю купить по дешевке. Я в магазине брал за 20 тысяч долларов, а вам предлагаю всего за 200 долларов купить. Что? Такая классная машина всего за 200 долларов? Да, и мне просто нужно срочно заплатить кредиты, денег нету. Поэтому я езжу по домам и предлагаю, кто купит. Вы купите? Да конечно, конечно, пойду за деньгами. Вот, деньги, всего 200 долларов, на, держи. Все, спасибо, мужик, я побежал. Вау, вот эта тачка! Круто, так, сяду-ка я за руль. Вытяжу себя! Что происходит? Почему вы наставили на меня оружие? Эта машина в розыске, ее сегодня угнали! Вы арестованы! О нет, не надо было мне вестись на дешевую покупку. Эх. Папа, Вит, этой лопаты мне не нравится. Может, ты этого не будешь делать? Рита, ты не оставила мне выбора. Мне придется это сделать. Папа, ну пожалуйста, не делай. Дочка, я тебя предупреждал. Я тебя заранее предупреждал, что я это сделаю. Ну, дай мне, пожалуйста, последний шанс. Последний, предпоследний. Убери свою лопату. Как только я это сделаю, я ее тут же обещаю убрать. А до этого? А до этого не могу. Придется это сделать. Я просто вынужден. Ты вынудила меня. Папа, ну он же умрет. В смысле умрет? Он уже неделю как умер. Я же тебе говорил, Рита, поливай цветок, поливай. Ты его 2 недели не поливаешь. Сейчас я его выкопаю, а ты посадишь в это место новый и будешь за ним следить. Ну ладно. Добрый папа против злого папы. Добрый папа, как приятно посидеть возле огня. Папа, ты что, забыл? У меня сегодня день рождения. Что? Точно день рождения! Рита, Рита, собирайся, сейчас пойдем в магазин. Купим тебе фастфуд, купим тебе подарки, потратим много денег. Отлично, я пошла собираться. Стой! Что? Завтра ты даже еще не пойдешь в школу. Ура! Стой! Что? Уроки сегодня можешь тоже не делать. Ура! Так, а мне надо придумать, что же ей подарить. Злой папа. Отчеты, 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 как мне надоели эти отчеты. Каждый день куча отчетов. Ага, понятно. А мы пойдем куда-нибудь? Что? Куда-нибудь? Нет, не пойдем. А какой-нибудь подарочек будет? Какой еще подарочек? Не мешай, видишь, я работаю. Ну, а может быть, можно в школу не идти? Ты что, с ума сошла? Ну, а будет что-нибудь хорошее сегодня? Конечно будет. Нужно сегодня сделать уборку. Иди займись уборкой. Эх. Здравствуйте, вы меня вызывали в школу? Мне нужно поговорить о вашей дочке Арине. Вроде она у меня хорошая девочка. В смысле? Она плохо вела себя в школе. Что? Она разбила окно в классе. Да вы что, серьезно что ли? Вы с ней либо поговорите, либо я ее исключу из школы. Хорошо.
Ну все, Арина, держись! Ну все! Так, Арина, быстро иди сюда вниз! Привет, папа, что случилось? Так, у меня телефон звонит, сейчас отвечу и скажу тебе все. Алло! Алло, вы папа Арины? Да! Извините, я перепутала вашу дочь с другой девочкой! Что? Что? Ваша дочь вела себя хорошо в школе! Ну все понятно. Спасибо, до свидания. Арина, ничего, ты молодец, иди. Зато я с ума сошел. Папа, пожалуйста, не делай этого. Дочка, извини, прости, но у меня нет выбора. Я обещаю, я буду хорошо себя вести. Я тебе верю, но знаешь, Рита, мне придется это сделать. Папа, я честно, буду делать дома уборку. Дочка, да ты и так все время делаешь уборку, ты молодец. Но мне придется тебя бросить. Папа, пожалуйста, не бросай меня вниз. Я не хочу. Ну ты же понимаешь, ты не оставила мне выбора. Без этого мы не сможем справиться с этой проблемой. Но мне страшно, там так далеко лететь вниз. Рита, мы двери тебя уже привязывали? Привязывали. Быстро к следующему поезду тебя привязывали? Привязывали. Мы уже 20 разных процедур сделали, ничего не получилось. Да, ничего не получилось. Вот, это последний шанс. Я привязал твой зуб к крыше, я скину тебя вниз, и он выпадет! Папа, знаешь, я все-таки согласна идти к стоматологу. Не надо меня кидать! Ну вот, а я тебя уговариваю с самого утра просто пойти к стоматологу. Каждый день я вас наснимаем, Роблокс игру с утра запускаем. Рита, Арина с папой готовы, в путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создают, вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют, от учителя в школе быстро. Папа и дочки в Роблоксе опять, видео прикольные будем снимать. Детей всего мира радуют все, вместе смеются и вместе грустят. Рита, Арина и папа играют, приключения их увлекают. Вместе они проходят преграды, дружбой своей побеждают. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создают, вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют, от учителя в школе быстро сбегают. Школьница перед контрольной за одну неделю. Посмотрю, что же мне там задали. Подготовиться к контрольной по математике. У меня еще куча времени. Поиграю лучше в телефон. Опа-на, тут новые игры. Один день до контрольной. Ой, в телефон наигралась. Порублюсь в компьютер. Обновление в Брукхэвен. Круто! А что же я хотел сделать? А, спрошу, как у дочки дела. Дочка, как у тебя дела? Уроки сделала? Да, папа, сделала. Вот и умница. 2 часа до контрольной. Ой, вроде что-то задавали. Посмотрю-ка я, что задали. Контрольная по математике. Не поняла. Что здесь так много задали-то? А времени так мало. Не могли, что ли, неделю дать на подготовку? Да ну эту математику. Пойду поваляюсь лучше. Все равно ничего не успею сделать. Папа, пожалуйста, не ходи в ту дверь. А что, нормальная себе дверь. Мне нравится. Такая симпатичная. Папа, все, кто туда сходил, исчезли. Ну, я не знаю, там, наверное, какие-то балбесы были или какие-то простачки. Со мной будет все в порядке. Папа, ну там были какие-то страшные звуки. Страшные звуки? Я страшных звуков не боюсь. Папа, ну там потом был какой-то страшный крик. Я страшных криков не боюсь. Папа, ну там был хрязь и тишина. Дочка, я не боюсь никаких хрязь и тишина. Все, я тогда пошел. Я страшных дверей не боюсь. Ой. Мне подарили вот таких вот питомцев, и сейчас я за одну минуту полностью прокачаю своего персонажа. Покупаю вот этот крутой магнит. Немного его прокачаю. Вот это круто он магнитик. Открываю локацию. Открываю следующую локацию. Открываю вот эту локацию. Теперь вот эту.
эту. Вот эту. Открываю следующую дверь. Бежим, 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 бежим. И что? А что, конец? Вот я и дошел до самого конца. Ой, что-то полиция приехала, ладно, не дают отдохнуть. Что случилось? Папа, дочки? Да, это я. Прошу проехать с нами. Ну ладно, поехали. О боже, может они вычислили, когда мы толпой ходили грабить банк? Или может быть они узнали, когда мы вместе толпой угнали машину? Ну что, пришла пора найти машину и угнать ее, пойдемте! Мы угнали лимузин. Пройдите за нами. Нам нужна ваша подпись. Дайте документы. Поспешите, пожалуйста. А, без проблем. Хорошо. Так, все. О, подписал. Возвращаю. Спасибо. Вы свободны. Фух, а я-то думал. Я обознался. Фух. Пойду домой. Фух. Папа, папа, можно я завтра в школу не пойду? Ты что это удумала? Нет, конечно. Нельзя. Иди ложись спать. Завтра в школу. Эх, ну ладно. Аришка, Аришка, вставай! В общем, я подумал и решил, да, можешь не идти в школу, делай что хочешь, играй в компьютер, ешь мороженое, тортики, делай что хочешь, я пошел! Ура, как интересно начинается утро! Поплюхаюсь в джакузи, поиграю в компьютер, о, какая интересная новая игра в Роблоксе! Странно, а что это пиликает тут? Ариша, вставай! Странный голос откуда-то раздается! Ариша, Ариша, вставай, кому говорю? Ариша, подъем! Ариша, ну-ка вставай, хватит спать! Что? Зачем? Как это зачем? В школу пора, ты будильник проспала, пришлось тебя разбудить! Эх, а у меня был такой чудесный сон! Эх, если бы я знала, что будет так тяжело, то я бы не согласилась бы! Ни за что! Ой, опять приходится это яблоко грызть! Яблоки, это очень полезно! Папа, купи 100 бургеров! Бургеров? Да в тебя столько не влезет. Влезет. Я тебе говорю, не влезет. А я тебе говорю, влезет. Нет. Да. Нет. Да. Давай поспорим, что не влезет. Давай. Давай, ешь первый. Как вкусно. Теперь ешь второй. Нет, этот очень вкусный. Ну, два, конечно, вкусно. Давай следующий. Третий. Четвертый. О, уже четыре съела. Эх, пятый. Надо же, на пятом уже устала. Ой, шестой, что-то где не влезет. Ой, седьмой. Все, я больше не могу. Ну вот, а ты говорила, 100 штук съешь. Я переоценила свои возможности. Ну, ты и проспорила, пойдем. Ну, лошадка, ну, давай, тащи меня. Эх, если бы я знала, что будет так тяжело, я бы не согласилась. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки десант», «Папа и дочки дикий запад» и «Папа и дочки побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку «Папа и дочки яркие». Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбираете здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Папа, привет! Я к тебе с тем же вопросом. Что, снова хочешь поджечь дом? Нет. Снова хочешь распаковать зомби? Нет. Что-то хочешь натворить? Пап, сегодня безопасная съемка будет, можно? Безопасная, говоришь?
Ладно, посмотрим. Я обязательно тебе покажу то, что получится. Отлично, иди снимай. Дорогие мои зрители, сегодня я вас научу правильно подкрашивать лицо. После моего урока на вас все будут обращать внимание. Вы будете неотразимыми. Ставьте лайк, сейчас покажу. Итак, берете губную помаду, вот так вот по лицу возите. Вот здесь подправляете, ну и вот так делаете. Даже стало интересно посмотреть, что у нее там получилось. Так, посмотрю вместе с ее зрителями. И готово! Я сделала себя красоткой. Чувствую, твой ролик наберет миллион просмотров. Ладно, пойду дальше играть. Подпишитесь на канал. В следующий раз я вам покажу, как... Сейчас тебе нужно угадать персонажей цифрового цирка. Если угадаешь хоть одного, ставь лайк. Если угадаешь всех, подпишись. Угадай этого персонажа. Если ты сказал «помни», ты угадал. Угадай этого персонажа. Это Зубу. Угадай этого персонажа. Это Кауфман. Угадай этого персонажа. Это Гэнгл. Угадай этого персонажа. Это Кейн. Угадай этого персонажа. Это Королёв. Если ты угадал хоть одного, поставь лайк. Если ты угадал всех, то еще и подпишись на канал. Плохая новость. Привет, пап. О, Рита, привет, со школы пришла, молодец. Как прошел твой день? У меня для тебя хорошая и плохая новости. Так, любопытно. Ну, начинай с хорошей. Папа, я исправила все двойки по всем предметам. О, так это реально хорошая новость. Отлично. А какая плохая? Ну, понимаешь, когда я исправляла все двойки в дневнике, в электронном, в школе, зашел директор и меня поймал. Что? Я говорил, что нужно исправить двойки, выучив уроки, а не исправляя их в дневнике. Да, а я хотела просто в дневнике исправить. Так, короче, пока все двойки реально не исправишь, телефон и компьютер нельзя. Пойду к директору, опять деньги ему придется за тебя платить. Рита, ты сегодня плохо выполнила домашнее задание. Давай мне свой дневник. Нам его сварить или пожарить? Я в шоке. Дети, сдаем домашнее задание и идем домой. Рита, а где твое домашнее задание? Дома. А почему оно дома? Ну так оно же домашнее. Я в шоке. А ну-ка всем стоять! Звонок для учителя, а не для учеников. Хорошо, тогда вы выйдете из класса, а мы отдохнем тут. Ой-о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 й-
Что случилось? Мы опаздываем на самолет, быстро чемоданы берем и собираем, у нас полчаса, бегом! Каждый день для вас мы снимаем Roblox игру, с утра запускаем. Рида, Арина с папой готовы, в путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем, вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют, от учителя в школе быстро сбегают. Папа
папа и дочки в Роблоксе опять. Видео прикольные будем снимать. Детей всего мира радуют все. Вместе смеются и вместе грустят. Рита, Алина и папа играют. Приключения их увлекают. Вместе они проходят преграды. Дружбой своей побеждают. Папа и дочки – команда мечты. Вместе они непобедимы. Папа и дочки миры создают. Вместе они сквозь время идут. Карты любые вдвоем покоряют. От учителя в школе быстро сбегают. Роблокс. Младшая сестра против старшей сестры. Ой, какая я красивая! Какая я красивая! Девочка Рита упала в пруду, тем самым рассмешив свою младшую сестру. Но недолго Арина над сестрою смеялась, сама в луже она оказалась. Будешь знать, как надо мною ржать! Арина такого сестре не простила. Мигом ее в тележку она посадила. В гору забравшись, на дом затащила и с хитрой ухмылкой ее уронила. А как тебе это, сестренка? Недолго Рита на асфальте лежала. Злобный план мести она сочиняла. Ага, придумала. Теперь тебе не поздоровится. Ой, надо мне спрятаться, а то она меня порвет на кусочки. Эх, если бы я знала, что будет так тяжело, то я бы не согласилась бы. Ни за что. Ой, опять приходится это яблоко грызть. Яблоки, это очень полезно. Папа, купи 100 бургеров. Бургеров, да в тебя столько не влезет. Влезет. Я тебе говорю, не влезет. А я тебе говорю, влезет. Нет. Да. Нет. Да. Давай поспорим, что не влезет. Давай. Давай, ешь первый. Как вкусно. Теперь ешь второй. Этот очень вкусный. Ну, два, конечно, вкусно. Давай следующий. Третий. Четвертый. О, уже 4 съела. Эх, пятый. Надо же, на пятом уже устала. Ой, шестой что-то еле влезет. Ой, седьмой. Все, я больше не могу. Ну вот, а ты говорила, 100 штук съешь. Я переоценила свои возможности. Ну, ты и проспорила, пойдем. Ну, лошадка, ну, давай, тащи меня. Эх, если бы я знала, что будет так тяжело, я бы не согласилась. Папа, папа, у нас в бассейне завелась акула. Что? Какая акула? Ты что, с ума сошла? Идем за мной, там акула. Ладно, пошли посмотрим, что за акула, что за ерунда. Так, вот бассейн. Ну и где акула? Нету никакой акулы. Папа, да я говорю, тут акула плавает. Ой, Ариш, придется мне тебе доказать, что ее там нет. Я просто искупаюсь. Папа, не делай этого, иначе тебя съест акула. Ой-ой-ой-ой, Аришка. Насмотрелась своих ютубов всяких. И теперь думаешь, что у нас тут акула. Нету здесь никаких акул, ничего нету. Все, сейчас я прыгну. Папа, стой! Ой, не переживай, все. Мне подарили вот таких вот питомцев, и сейчас я за одну минуту полностью прокачаю своего персонажа. Покупаю вот этот крутой магнит. Немного его прокачаю. Вот это круто, он магнитик. Открываю локацию. Открываю следующую локацию. Открываю вот эту локацию. Теперь вот эту. Эту. Вот эту. Открываю следующую дверь. Бежим, 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 бежим. И что? А что, конец? Вот я и дошел до самого конца. Мама, мама, можно я пойду с девочками погуляю? Ты видела время? На дворе 9 часов, никаких гуляний. А вдруг тебя кто-то украдет? Дочка, хватит смотреть телевизор. Иди в магазин, купи хлеб и молоко. Мама, ты чего? На дворе же 12 часов ночи. И что с того? Иди, ничего с тобой не случится. Так пойти с девочками погулять так поздно, 9 часов. А как в магазин, так и 12 ночи нормально. Ночное объедалово. Ага, я вам говорил, девочки, идите кушать, вы весь день проиграли в телефон. А сейчас вечер, вечером есть вредно, так что идите спать.
спать. Наступила ночь. Ну и что, что ночь? Очень кушать хочется. Пойду поем. Эх, что же так кушать хочется? Ладно, пойду поем, пока никто не видит. Ночь на дворе. Есть так охота. А ведь сам дочкам сказал, что ночью есть нельзя. Ладно, один раз можно, пока никто не видит. Пойду. Опача. Так, дочки, это кто тут пришел ночью есть? Да, ты меня застукал. Да, папа, ты меня поймал. Папа, а почему ты не пришел ночью есть? Да, вы меня застукали. Ну ладно, давайте один раз наедимся ночью. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки десант», «Папа и дочки дикий запад» и «Папа и дочки побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. У меня единица и шестерка. А у меня просто шестерка. Я сейчас из своих цифр смогу нарисовать животное. А я нарисую слоника. Давай посмотрим, что у нас получится. Давай, продолжу. Сделаю арочку, соединю вместе, сделаю хвостик и соединю с передом. Теперь усики и глазик. Вот такая получилась улитка. Соединю шестерку и единицу. Продолжу шестерку сюда. Здесь это будет ротик, это будут ушки. Здесь глазки, носик и язычок. Немножко шерсти. У меня получился ослик. Попробуй и ты нарисовать такие рисунки. А мы порисуем еще что-нибудь. Сейчас тебе нужно угадать персонажей цифрового цирка. Если угадаешь хоть одного, ставь лайк. Если угадаешь всех, подпишись. Угадай этого персонажа. Если ты сказал «помни», ты угадал. Угадай этого персонажа. Это Зубу. Угадай этого персонажа. Это Кауфман. Угадай этого персонажа. Это Гэнгл. Угадай этого персонажа. Это Кейн. Угадай этого персонажа. Это Королёв. Если ты угадал хоть одного, поставь лайк. Если ты угадал всех, то еще и подпишись на канал. Ой, это мой самый нелюбимый урок. Придется его отсидеть. Посмотрим, сколько времени уже прошло. Что? Всего 5 минут прошло. Терпеть не могу этот урок. О, а это мой любимый урок. Ну как так? Только начался урок, а уже закончился. И почему любимые уроки такие короткие? Доча, пора сделать покупки. Хорошо, мама. Возьмем яблочко, банан, кока-колу, но
молоко, я буду делать блинчики. Теперь на кассу. Ой, Арина, пускай пока считает, а я сейчас приду. Кое-что забыла. Мама ушла! Сейчас все посчитают, а денег у меня нет! А если нет денег, то меня, наверное, посадят в тюрьму! Но это может случиться еще хуже! А вдруг выйдет какой-нибудь бандит? Так, я бандит! Это ограбление! Всем руки вверх! И отдавайте сюда свои деньги! А у меня денег нет! Что я ему отдавать буду? Это катастрофа! Вот, пиццу забыла взять! Фух, ура, мама вернулась! Нуб против про, против читера. Кальмария? Нуб. Ой, что мне здесь делать? Я попал в какую-то непонятную игру. Что она говорит? Ничего непонятно, ладно, буду делать как все. Ой, не получилось. Про? Это игра в кальмара? Да, я здесь про, я тут пройду и буду самым первым. Ха-ха-ха, я побежал вперед, я самый первый. Опа, как они сильно все отстали. О, даже кого-то там пристрелили. А я иду вперед. Я буду самым первым. Есть! Я самый первый! Ха-ха! Вы все отстали, нубики! Читер! О, игра в кальмара! Все выстроились. А я читер, я бежать не буду. Я просто телепортируюсь. Вот, я ввел ход, и я уже тут. А они все там. А сделаю-ка я прикол. Здорово, я сразу стал победителем. Каждый день я вас наснимаем. Roblox игру с утра запускаем. Рита, Арина с папой готовы. Путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты. Вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем. Вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют. От учителя в школе быстро сбегают. Папа и дочки в Роблоксе опять. Видео прикольные будем снимать. Детей всего мира радуют все. Вместе смеются и вместе грустят. Рита, Арина и папа играют. Приключения их увлекают. Вместе они проходят преграды. Дружбой своей побеждают. Папа и дочки, команда мечты. Вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем. Вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют. От учителя в школе быстро сбегают.